Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор вот такой вот красивой посылочки от Sami Beauty. Мне уже не терпится скорее ее распаковать и протестировать вместе с вами. Сегодня... Sami Beauty, девчонки, это бренд от Оксаны Самойловой. Для тех, кто не знает, кто такая Оксана Самойлова, это супруга Джикана. Многодетная мамочка, бизнес-леди. Вот такую вот продукцию сейчас она выпускает. Очень интересно, конечно, протестировать. Это бренд на основе пептидного комплекса, какого-то крутого, уникального. И даже ученые за его разработку получили Нобелевскую премию. Косметика универсальная, подходит, заявлена для любого типа кожи. И способствует омоложению и предотвращению старения ее. Да? Поэтому вдвойне интересно. Вот так выглядит посылочка внутри. Так, здесь бумажка у нас. Пошуршу чуть-чуть. Так, это накладная, судя по всему. И вот как выглядит коробочка. Она в пупырке. Сейчас мы ее с вами достанем. Так, и убираем. Смотрите, здесь 4 средства очень интересных. Сделано все так красиво, в девчачьем розовом стиле. Здорово. Здесь у нас очищающая пенка для умывания. Балансирующий тоник для лица, обновляющий скраб для лица и легкий увлажняющий крем. Пошаговая система. На самом деле у Sami Beauty немного косметических средств. Они все универсальны. Их всего несколько на сайте. Я ссылочки оставлю, можете пройти посмотреть. Кому интересно, вот составы. Показываю вам, да? Так. И давайте открывать коробочку. Так. Выдвигается она у нас, да? Да, она у нас, девчонки, выдвигается. Смотрите, какая классная. Это, наверное, пенка, да? Так, аккуратненько. Посмотрите, как интересно. С щеточкой уже, здорово, да? С заглушком. Да, это пенка для умывания. Здорово. Очищающая. Вот информация. Здорово. То есть это у нас Москва. Изготовитель Российская Федерация бьюти-инновации. Так, сейчас мы с вами откроем вот этот колпачок. Смотрите, как она выглядит. Здорово. Это силиконовая щеточка, которой можно массировать свою кожу. Да? И она еще у нас, наверное, снимается. Да, вот она снимается. То есть можно снять, промыть, почистить ее при необходимости. Очень интересно. Сейчас пойдем все с вами тестировать. Так, следующий продукт это у нас тоник. Интересно, по одушкам. Я слышала в Инстаграм, что одушки очень приятные. Так, вот он тоник. Так, это у нас пластик. Это у нас все пластик, такой крепкий пластик. Так, по одушкам. Очень приятная. Ой, одушка классная. Знаете, такая дорогая даже. Цветочно-парфюмерная, нежная-нежная. Такая вообще супер одушка классная. Здесь 200 миллилитров. Так, информация. Не очень видно на таких флакончиках. Но, тем не менее, в принципе, я думаю, можно почитать. Так, это у нас что, наверное, скрабик? Блин, оформление вообще, конечно, супер. Оформление шикарное просто. Так, это у нас кремушек, да? Тоже в таком плотном пластике. С вот таким удобным дозатором. Вот люблю такие кремы, девчонки. Пальцами в банку не надо никуда лезть. На самом деле, очень удобно. Так, вот он у нас скрабик. Все заслюдировано, зафольгировано. Здорово. Ну, давайте перебираться в ванну и будем уже скорее тестировать. Ну что, по всем правилам начинаем мы с вами уход с пенки. Очищающая пенка для умывания. Так, с силиконовой щеточкой деликатно удаляет загрязнение с поверхности кожи, глубоко питает, увлажняет. Здесь ниацинамид, экстракт гомомелиса и пантенол, способствует сужению пор, успокаивает, тонизирует кожу. Витамин С и Е улучшает цвет лица, способствует регенерации, придает коже здоровое сияние. Сочетание омолаживающего комплекса. Так, Raceline, девчонки, если не ошибаюсь, этот комплекс называется гиалуроновой кислоты, обеспечивает лифтинг-эффект, замедляет процесс старения. Так, ровный тон. Применение. Нажмите на помпу 2-3 раза до появления пены. Нежно помассируйте щеточкой кожу лица. Смойте пену теплой водой, промойте силиконовую щеточку. Нажимаем на помпу, да? Смотрите, девчонки. 2.
три. О, появляется. Можно побольше, да? Вот так. Оп. Ой, как здорово. Какой удобный формат пенки. О, а какая щеточка приятная, девчонки. Вообще. Запах одинаковый у всей линейки. Здорово. Щеточка невероятно удобная. Опа. Класс. И пенка такая нежная. И вы знаете, она такая крупная. Как объяснить? Ну, есть мелкие такие пузырьки, да, в пенке. А есть крупные. Вот тут она какая-то крупненькая, такая прям плотненькая. Класс. Так, очищаем кожу. На лоб сейчас еще выдавим. Ой, мне так нравится. Так удобно, слушайте. Никакую щетку отдельно покупать не надо. Интересно, этот флакон можно... Ой, этот флакон можно использовать повторно, девчонки. Смотрите, все. Это будет у меня долгоиграющий флакон. Я туда буду переливать все свои средства для умывания. Смотрите, как круто. Вообще. Вот за эту одну задумку просто уже 5 баллов. Очищаем свою кожу. Неприятных ощущений никаких не возникает. Смотрите, какие полосы от щеточки. Она очень приятная. Она вообще не травмирует кожу, эта щетка. Прям как такой легкий массаж. И приятно невозможно. Красота. Так, как следует очищаем все. Смываем пенку водой. И дальше будем с вами тестить скраб. Ой, девчонки, как мне понравилось. Такая кожа мягкая, невозможно просто. Еще такое складывалось ощущение, когда водой смывала, она как будто дышит. Знаете, вот у меня были такие ощущения от гамажа Фаберлик кислородного, да, и еще от чего-то. В общем, когда наносишь продукт, и такое ощущение, что в кожу проникает кислород. Здорово. По эффекту кожа очень мягкая после пенки, вообще потрясающая. Поры чистые. Ну и пока все. Так, теперь у нас с вами скраб. Второй этап очищения. Вот он. Скраб для лица с комплексом натуральных масел ши и макадами. Содержит микрогранулы грецкого ореха в роли эксфолианта. Обладает восхитительной текстурой, питает деликатно, обновляет кожу, способствует процессу регенерации, оставляет ощущение свежести, энергии, чистоты. Гиалуронка здесь тоже в составе. Так, энзимный эксфолиант направлен на качественное очищение кожи за счет механического воздействия гранул. Так, массаж лица. Нанесите скраб на влажное лицо легкими движениями, сбегая области вокруг глаз. Подержите 1-2 минуты для максимального эффекта. Помассируйте кожу. Так, сейчас мы с вами лицо немножко смочим, да, водичкой. Скраб у нас был зафольгирован. Так. И вот как он выглядит, такой бежевый. С краплениями темно-коричневыми. Запах отличается от пенки и от тоника. Так, наносим с вами на кожу. По ощущениям, очень похож на чистую линию. Скрабирующих частичек вроде как много. Сейчас посмотрим с вами, девчонки. Так, написано было нанести на кожу, а потом поскрабировать. Он какой-то такой холодненький, тактильно. Почему-то не знаю. Так. Да, здесь много частичек, достаточно мелких, достаточно угловатых. То есть для тех, кто действительно любит качественное очищение, качественное скрабирование. Их здесь много. Для тех, кто любит елозить просто каким-то средством по лицу, это нет, не ваша история. Здесь много частичек, и они ощущаются. Они травмировать не будут абсолютно точно, но будет крутой отшелушивающий эффект и, возможно, даже пилинг. Основа для скраба такая действительно, девчонки, масляная. Да. Давайте помассируем как следует. Частичек много. И они очень круто будут отшелушивать однозначно. По текстуре, по содержанию этих частичек, скраб чистой линии напоминает с абрикосовой косточкой. Но только там они немножечко поагрессивней. А так похоже. И здесь основа масляная такая прям. Масляно-кремовая. Круто, я такие продукты обожаю. Это прям моя история. Можно поделать с таким продуктом массажик по массажным линиям, потому что он позволяет это делать. Везде все как следует проскрабировать. И будем сейчас с вами смывать. Как следует везде прошлись.
чувствую легкое пощипывание, особенно в тест-зоне. Возможно, это от частичек. Но дискомфорта никакого нет. Так, все, сейчас смою. Так. Ну что, девчонки, лицо у меня покраснело, скрабировала я от души. Смотрите, в принципе, везде и на лбу. Кожа очищенная, поры чистые. И в то же время она какая-то напитанная. Вот это очень круто. Она очень мягенькая и напитанная, и упругая. Вот это здорово. Скраб понравился однозначно. Я такие продукты люблю, вообще супер. Так, следующий этап у нас с вами тоник. Балансирующий тоник для лица. Вот он. Мягко восстанавливает естественный pH кожи лица. Это как раз то, что нам нужно после скраба, да? И увлажняет ее после умывания. Гиалуронка. Омолаживающий комплекс опять этот. Так, лифтинг-эффект. Алоэ вера. Здорово. Нормализует работу сальных желез. И здесь у нас экстракт ромашки. Успокаивает и снимает раздражение. Это то, что нам нужно. Нанесите средство на ватный диск и протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Так. Наносим. Вот такой здесь удобный тоже достаточно дозатор. Так, нанесла на ватный диск. И будем с вами протирать лицо и успокаивать его. Блин, запах у линейки вообще шикарный. Просто шикарный. Действительно. Не зря такие отзывы в Инстаграм. Запах обалденный. Я все равно вокруг глаз, девчонки, протираю, потому что, вы знаете меня, я так всегда делаю. Кожа вокруг глаз тоже нуждается в хорошем, достойном уходе. Протонизировались. Какой-то такой легкий холодочек появляется на коже. И действительно, как будто она успокаивается. Потихонечку краснота сходит. Так, декольте сейчас с вами пройдемся. Вот почти уже сошла краснота. Да, он действительно успокаивает и действительно увлажняет, девчонки. Потому что, ну, это видно, какое-то такое сияние изнутри, да? Липкости никакой от тоника нет. Все комфортно. Все здорово. Но это одушка вообще. Каких-то люксовых. Люксовый какой-то парфюм. Классно. Кожа увлажненная, очищенная, упругая. Все замечательно. Дальше с вами наносим крем. Завершающий этап, да? Так, легкий увлажняющий крем для лица. Для кожи, шеи и зоны декольте. Для лица, шеи и зоны декольте. Имеет легкую текстуру, деликатно ухаживает и быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирного блеска. Активные компоненты крема оказывают лифтинг-эффект, нормализуют водный баланс и напитывают кожу полезными микроэлементами. Так, здесь у нас вот этот опять омолаживающий комплекс, гиалуронка, витамин Е, комплекс керамидов. Так, и все. Применение несет небольшое количество крема на чистую кожу лица, шеи, декольте. Класс. Открываем кремушек. Здесь у нас вот такой дозатор-помпа. Кремушек белый. И, по-моему, имеет такую же одушку, как вся линия. Ух, класс. Вот так. Так, и на декольте. Мы с вами нанесем тоже. Мне в последнее время, девчонки, нравится крем наносить именно вот такими вот похлопающими движениями, легкими. Во-первых, мы кожу свою не растягиваем. Мне кажется, он так лучше работает. Почему-то не знаю. Так, декольте. Расход у крема, в принципе, будет маленький, потому что сейчас вот то, что я нанесла на лицо, этого даже много, девчонки, этого даже много. Видно, да, что оно у меня такое белесое. Начинает впитываться уже, в принципе, и пока увлажнение кожи и блеск есть. Сейчас посмотрим, когда он впитается, как себя поведет. Косметика – это уход вообще заядан для любого типа кожи. Поэтому очень интересно, как на моей комбинированной коже этот кремушек себя поведет. Так, все распределили, теперь ждем, пока впитается, я вам покажу при естественном освещении. Девчонки, ну вот показываю вам кожу при естественном освещении, и прям вау. Ну вот прям вау-вау. Крем впитался достаточно быстро, за 1-2 минутки где-то, не оставив никакого абсолютно жирного блеска, я бы даже сказала, легкое матирование. Он невесом, я его не чувствую, чувствуется вот эта дорогущая отдушка, невероятно крутая. И питание, вот чтобы крем
не оставлял абсолютно никакого жирного блеска и питал вашу кожу. Вот такой вот качественный уход попадает в мои руки, по-моему, первый раз. Ты касаешься своей кожи и чувствуешь, что это просто бархат. Вот действительно, просто бархат. Она настолько напитана и в то же время без любого какого-то утяжеления. Вообще, это очень круто, девчонки, на самом деле. Вот есть, когда просто нравится, я вам говорю, нравится, неплохой уход. Здесь прям вау. Многие могут назвать эту косметику небюджетной, но взять вот такой набор и пользоваться им на постоянной основе, утро-вечер, мне кажется, это шикарно. Мне кажется, результат не заставит себя ждать, потому что я результат вижу с первого применения. Мне действительно очень понравилось, девчонки. Это шикарный уход, просто шикарный вообще. Оксана Самойлова просто умничка. Что касается, стоит своих денег, не стоит, однозначно стоит. Потому что гораздо дороже были у меня средства, но такого эффекта я не видела ни от одного. Вообще потрясающе. Просто хочется прикасаться и прикасаться. Бархат, бархат. Девчонки, особенно для тех, кто не любит обилие баночек там у себя на туалетном столике или в ванной, да, взял один вот такой вот комплекс и пользуешься. Объемы там, кстати, не маленькие, вы видели сами. Хватит достаточно надолго, мне кажется, месяца на два точно этого ухода, а то и больше. В общем, шикарно. Мне все понравилось, девчонки. Ссылки все полезные в инфобоксе. Проходите, знакомьтесь, смотрите. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Пока-пока.